Сегодня проводим велопробег на 50 километров. Не едем с сопровождением, организована у нас велопрогулка. Вот такая колонна собралась, пока мы забирались в гору. Но сейчас мы их всех пропускаем и поедем дальше. Вот наши все участники. Все заехали в гору самостоятельно. Здорово, молодцы. Люди все готовились. До Гондаря у нас осталось 10 километров. Сделали остановочку. Ждем колонну. Оставшихся всех собираем. Любуемся видами. Делаем фотографии. Колонна немножко растянулась. Сейчас всех соберем. Все подъедут. И поедем до Гондаря. Ну как, Слава? Как самочувствие? Легкий маршрут. Это у нас гости из Чернушки. Для него это легкий маршрут после Капкан горы. Видео я размещу под этим видео. Можете посмотреть, как мы ездили на Капкан гору. Там, конечно, было все пожестче. Сегодня у нас так более массовый велопробег. Собралось рекордное количество человек. 29. Ну здорово. Приобщаем людей к велосипедам. Пополняем компанию велолюбителей. Вот машины едут, тоже любуются. Думают, ну все, в следующий раз мы к ребятам присоединимся и тоже сядем на велосипеды. Вот такие виды. Красота. Даже пирожки с луком предлагают. Смотрите, сервис. Все здорово. Вот у нас подъезжает оставшаяся часть колонны. Всех ждем. И там дальше машина сопровождения. Газель едет. Сейчас всех соберем и поедем дальше. Короче, добрались до парка. Слава всех кружит. Слава один всех качает. Все наслаждаются. Ну а кто-то просто смотрит, наслаждается. Дима в тенечке. Вот только гляньте, какой у него браслет. Настоящий велосипедист. Короче, Серегу надо, Сереге Тайсону надо к Анжику готовиться, но он почему-то сидит, расслабляется. Зарегистрировался бежать. А, вот так и вот так. Взяли последнюю Ордолгинскую гору. Вот у нас дальше едет вся делегация. Да, мы взяли ее в числе первых. Все с хорошим настроением. Женский зачет, зеля, золото. Так, Сергей зафиксировал зиле золото. Олеся серебро. Здорово, молодцы. И теперь по прямой осталось доехать до Куиды. Там уже вдалеке виднеется Куида. Доехали хорошо, но немножечко у нас тут ремонт. Цепь. Звено одно рассыпалось. Дима с Аликом ремонтируют. Нет, у меня магазин почему-то не подходит. Но все инструменты имеются, все имеется. Все, проехали 50 километров. Прощаемся с делегацией из Чернушки. 4 человека. Вот у нас Дима в желтой футболке, Эдуард в синей кепке. Им еще 35 километров ехать до Чернушки. Алик вот у нас. И Серега Тайсон. Ну, они как доедут, нам напишут, позвонят. В общем, будем ждать от них весточки.